Оренбургская область присоединилась к всероссийской акции «Тест на ВИЧ-экспедиция». С 17 по 22 июля в 5 городах нашего региона – Оренбурге, Орске, Новотроицке, Бузулуке и Бугуруслане – работали мобильные пункты, в которых любой желающий совершенно бесплатно и анонимно мог проверить себя на наличие вируса иммунодефицита человека и получить консультацию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Тестирование проводили даже ночью. Я шел по своим делам, увидел эту замечательную машину, подошел, мне дали замечательный буклетик. Я ознакомился с ним и решил протестироваться. На самом деле это очень здорово, что есть такие акции, и это очень потрясающе, потому что каждый может анонимно, без проблем узнать в течение 10 минут свой ВИЧ-статус. Для диагностики используются экспресс-тесты. В качестве биологического материала не кровь, а слюна. Достоверность результатов высокая. Если тест положительный, человеку рекомендуют пройти до обследования в специализированном учреждении. Акция эта развивается, это большой федеральный проект Министерства здравоохранения Российской Федерации. Развивается это он уже 4 года. Первый год это были стационарные точки в самых крупных городах России, таких, ну, как в торговых центрах обычно это происходило. В следующем году, это, то есть 3 года назад, это был поезд, который шел через всю страну, в том числе остановкой в Оренбурге. На вокзалах проходило тестирование, информационные мероприятия. Вот уже 2 года подряд, так сказать, Минздрав определился с форматом. Это автомобили, предоставляемые группой компании «ГАЗ», то есть «Газели Next» в основном, на которых мы передвигаемся. Есть возможность посещать с помощью автомобилей самые удаленные районы, небольшие города, и там проводить информационные мероприятия. Цели акции, которые проходят в 40 регионах страны, информировать население о значимости проблем ВИЧ-инфекции и мотивировать людей на ежегодное тестирование, а также побороть ошибочные стереотипы и стигмы, которые сложились в обществе в отношении людей, живущих с ВИЧ. Мы выстроили работу в рамках межведомственного взаимодействия со всеми заинтересованными ведомствами. Это и Министерство образования, это и профсоюзы, это и промышленные предприятия. Мы очень приветствуем участие в этой работе неправительственных коммерческих организаций, НКО, которые очень активно работают, поэтому с нами совместная работа. И я уверен, что если мы, объединив усилия, используя вот такие инструменты, сможем повлиять революционным образом на снижение количества заболевших ВИЧ-инфекцией, в том числе и в Оренбургской области. За время акции около 800 оренбуржцев узнали свой ВИЧ-статус. Следующей точкой в маршруте следования экспедиции стала Свердловская область.